Друзья, всем привет! Это видеообзор квартиры, которая у нас находится в жилом комплексе «Скандинавия». Ну и быстренько сразу вам покажу по месторасположению, по особенностям этого жилого комплекса. Одно из как бы самых комфортных проживаний в Октябрьском районе здесь. Это улица Дальневосточная. Вот она, да, у нас здесь понизу идет вот такой замечательнейший прямой вид на Ангару. У нас закрытая территория двора, и данный жилой комплекс однозначно входит в топ-3 жилых комплексов Иркутска. Здесь вот у нас все, как я сказал, закрытая территория. Здесь у нас тоже аккуратненько все чистенько. Конечно, летом, когда подгрузим, это все будет поинтереснее смотреться. Но в любом случае здесь очень-очень комфортно. Вот. Вот так вот здесь все выглядит. Чикс. Квартира на момент записи видео, она фактически новая. И здесь, ну, чувствуется, что фактически тут и никто и не жил. То есть она как новая. Вот. Квартира у нас студийного формата. Сделана очень красиво. Все классно по цветам сделано, очень аккуратно, и квартира такая, знаете, наверное, будет очень хорошо заходить эстетом. Вот, здесь у нас получается такая кухонная, да, история. Посудомоечной машины у нас здесь нет. Дальше. И здесь у нас вот такой классный стильный санузел. Мне дико нравится, как вот перекликаются между собой вот эти черные детали, черная вешалка, черная... как это называется, кабина, черная сантехника, ну и вот такое здесь классное, стильное черное зеркало. Так вот все это выглядит. А, при всем, что здесь квартира на самом деле, она небольшая, но здесь очень хороший шкаф в прихожей нас встречает, и здесь еще вот есть вот зона для установки, например, вешала для верхней одежды, поэтому здесь идеальная квартира для одного человека. Поэтому смело ее рекомендуем к аренде и, соответственно, ждем вас на показ. Надеемся, что именно вы станете нашим арендатором. Спасибо.